Приветствую всех любителей новостей, с вами Адель Сальхов, это мобильный репортер. Самые горячие видео с просторов интернета в нашем выпуске. Вот такое сообщение накануне появилось в соцсетях. 5 июля, примерно в час ночи, по адресу Хайдара Бигичева, дом 11, к двум молодым людям подошел неизвестный мужчина. В ходе диалога мужчина вел себя неадекватно, всячески оскорблял и пытался спровоцировать молодых людей. В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из парней, а также открыл огонь. Сам мужчина скрылся на ВАЗ-2115 темного цвета. Из-за чего стрелял мужчина, сейчас устанавливается следствие. Будьте аккуратны. Время 6 утра, целый час стучит в нашу квартиру. Вот такое сообщение появилось в соцсетях в одной из новостных групп ВКонтакте. Мужчина явно в нетрезвом состоянии, долго пытался достучаться до жителей одной из квартир в Казани. Однако это им ожидаемо не очень понравилось, и они вызвали наряд полиции. Вы его знаете? Нет. Нет, мы его не знаем. 44, я не падаю. 44. А ты не понимаешь, не можешь понять, что ты час мне долбился в дверь? А 44 где? Ну 44, это же мне тоже не нормально. Какая квартира вам нужна? Где? Вот 44 дом. У меня бабушка пожилая. Вы понимаете, 3 часа утра. Сейчас мужчине, вероятно, грозит административный штраф. Давай, присаживайся. Кому? Жена кто? Твоя, кто? Давай. Когда? Завтра судья. Пусть серьезно? Конечно. А есть основания, чтобы мне сажать? Конечно. Я не дебил. Я тоже себе, подкованный человек. В один из вечеров в Лениногорске в парке имени Горького сломалось колесо обозрения. Оно остановилось в момент работы, когда в кабинках находились люди. О случившемся рассказали местные жители в соцсетях. Они публиковали видео из парка, на котором видно, что к колесу обозрения подъехала машина аварийной службы. Очевидцы рассказали, что застрявшим на колесе обозрения людям пришлось длительное время сидеть под потоками холодного воздуха из кондиционера. Мэр Лениногорска Регат Хусаинов объяснил случившееся скачком напряжения. А знаменитое татарстанское Камское море страдает из-за большого количества отдыхающих. Очевидцы с возмущением снимают огромное количество мусора, оставленное посетителями пляжа. В комментариях пользователи отмечают, что давно ждут введения штрафов за оставление мусора в неположенном месте. В Перми часть подпорной стены и забор обрушились возле торгового центра «Колизей Синема». Причиной инцидента стал сильный ливень. Момент обрушения попал на видео. На кадрах видно, что вода размыла часть грунта, из-за чего конструкция рухнула. Это произошло на улице Ленина. Как выяснилось, рухнувший забор примыкает к бизнес-центру «Любимов». Как сообщили в администрации Ленинского района, подпорная стена начала рушиться еще 2 недели назад из-за ливней. Однако 4 июля вода заметно повредила конструкцию. В ближайшее время последствия обрушения будут устранены. Инцидент находится на контроле местной администрации. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые обсуждаемые видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.